Приветище! Это Тайникины, и мы продолжаем наше маленькое, но очень увлекательное и огроменное путешествие. На почту забежим, сейчас письмецо одно отдадим. Проверить письмо, последнее осталось, между прочим. Последнее письмо. Так, ну выходит, что наверху мы вообще все сделали. Так что бежим теперь в эту часть комнаты, где фортепиано. Будем ломать и крушить здесь все. Мне кажется, внутрь туда можно зайти. Кстати, да, было бы неплохо. Было бы неплохо туда попасть как-нибудь. Кстати, фортепиано что-то не играет. А жалко. А ты что скачешь? Привет! Не видел мою дочь, Мелодию. Мелодия не пришла к ужину, поэтому я решила проведать ее. Обычно она настраивает здесь это старое пианино. Она уже давно должна была вернуться домой, я волнуюсь. Лучше подождать ее здесь, вдруг она придет. Возможно, кто-то знает о ее исчезновении. Недалеко здесь ресторан «Феликс». Блин, надо было там поболтать с кем-то, да? Может, посетители видели ее? Черт, в детективную историю играть? Расследование, все дела. Кстати, здесь нету клавиши. Что очень подозрительно. Возможно, я ее где-то смогу найти. И когда я вставлю, откроется какой-то тайник. Значит так, мы сейчас здесь по пианино побегаем. А потом... Вот тут можно залезть. Мы идем, значит, заниматься расследованиями. Вот, то, что нужно, как раз туда. Здорово. Что-то случилось? Теперь мы сами слышим песни Ардвина. Само по себе это очень хорошо, но я буду скучать по нашим урокам. Я знаю другие песни. Могу зайти как-нибудь и продолжить уроки. Так, это нам не интересно. Их диалог, я имею в виду. О! Тумба сейчас упадет. Полочка, точнее. Ништяк. Прикинь, кто-то вот пытался, старался починить эту полочку, а я пришел и все сломал нафиг. Хозяин вернется домой и расстроится, наверное. Последнее письмо! Мы нашли его. Шикарно. Все письма будут доставлены. Так, вот эту книжку мы можем вроде бы как... Да, затолкнуть. А для чего мы ее затолкнули? Вот это... Может быть, зря я ее затолкнул. Непонятно. Ну, вниз бы мы все равно не спрыгнули, потому что тут карты мешают. Так, что делаем? Что делаем? Ну, тут все, теперь только туда лететь. Но я не прилечу своим бабл-глайдером туда, потому что его не хватит. Поэтому мы при помощи шелка отправляемся на расследование. О, смотри, что я отсюда увидел. Вон там вот еще тоже ник. Давай здесь спрыгнем. Пыльца вон она, где затаилась. И вон внизу, ничего себе, тут пыльцы-то сколько. Тут я был. Попробуем долететь. Ах, не долетел. Тогда залезем. Ребят, у меня расследование. Мы ищем девочку. Кто-нибудь хочет со мной поболтать что-нибудь? Слишком много еды. Мне хотелось бы морковного сатэ. Хе-хе-хе, боссу. Боссу понравился новый стол. Какой глубокий оттенок черного. Еще и с глянцевым покрытием. Погоди, это же клавиша, елки-палки. Жаль, что таких больше нигде нет. Вот так взял и упал ночью. Меня чуть не зацепило, но никто не пришел за ним. Вот, спасибо, я пришел за ним. Убираем его отсюда, тащим вместе с едой. Вперед! А как мы отсюда его... А, вон он что. На что теперь... Смотри, какие у него глаза. Погоди, так это не стол? Нет, это не стол. Я с кем-то еще тут могу поболтать? Гратен из Лукопория, пожалуйста, вам сжечь или не допечь? Вот это ресторан. Когда тебя спрашивают, вам сжечь или не допечь? Значит, клавиша. Знаешь, что мне кажется? Мы сейчас эту клавишу вставляем. Открывается что-то, и мы внутри найдем дочку этого муравьишки. Я думаю так.
Давайте, ребята. Левой, правой. А, ну у них есть ноги. Я думал, что они без ног. Ноги есть. Вот сюда, прям сюда. Долго, долго. Они... Самое прикольное, что они вместе с жрачкой тащат. Как будто гроб, слушай. Блин. Да. Вон оно как открылось. Все, бежим теперь. Бежим сбираться внутрь пианино, как настоящий фиксик. Ух ты, сколько всякого интересного. В принципе, никого я тут и не нашел, по-моему. Муравьишек никаких нету. Хотя там еще проход есть. Вниз можно спуститься. Кто тут свечи поставил внутри пианино? Она же может загореться, она все-таки из дерева. Вроде нам сюда. Вон он, я нашел этого муравьишечку. Сейчас мы его высвободим. Выходи. Как ты сюда взобрался вообще? Фух, я знаю, как обращаться со старым фортепиано. Обычно оно теряет настройку медленно, но в этот раз из-за этого нервы как натянутая струна. Все из-за странной золотой монеты. Она запуталась в трунах. Я попыталась вытащить ее, но застряла. Спасибо, что вытащил меня. Не волнуйся, я знаю, где выход. Я оставлю тебе золотую монету. Может быть, ты придумаешь, что с ней делать. Конечно, в музей отправим ее. Заберу. Честь нетронутая. Найден экспонат в музее. Ну и можно, в принципе, теперь здесь и выйти, мне кажется. О, да. Прям сюда. Так, что мы имеем? Пойдем к мамаше, подойдем, она успокоилась. Вроде довольна. Спасибо, что спас мою маленькую мелодию. Эта рухлядь невероятно опасна. По крайней мере, теперь мне известно, как открыть это проклятое пианино. Ну вот и чудно. А я пошел дальше по своим делам. Осталась вот эта часть, где мы еще не были. По дереву? Нет, по дереву мы не взберемся. Смотри, тут еще можно как-то вон туда пролезть. Вроде бы как это кошачий домик. А, это кошачья дверца просто. Мы тут бегали в прошлый раз, помнится мне. Но до верха мы что-то не добрались. Вот. Когда мы опустили атаманку, у нас появился доступ наверх. Все понятно. По огромному стволу растения домашнего бегать. Это же прикольно. Почти как по дереву. Вот мы и добрались сюда. Последняя зона неисследованная. Представляешь, мы всю вот эту комнату туда-сюда облазили. Сверху донизу. Подрывашки, это хорошо. Как нам теперь наверх обратно залезть? Подскажите нам, как туда пробраться. Вот так вот. Ну и все. Мы сейчас поднимаемся на полку, там все зачищаем. И по шелковой ниточке можно съехать. Ого! Ого! Что это тут за Клеопатра, блин? Ты кто? Здорово. Еще немного, и эта статуя могла бы стать шедевром, но ей чего-то не хватает. Правда ведь? У меня хороший нюх на произведение искусства. Я думаю, что мы это заберем. Шелковая ниточка. Так, единственное, знаешь, что я уже столько насобирал тайникинов, что эта банда, она же останется по итогу здесь, так как они не могут перемещаться из комнаты в комнату. Они боятся этого.
Как мы узнали это из прошлой серии, нам старейшина об этом рассказал. Они слишком трусливы, чтобы переходить из комнаты в комнату. Интересно. А, тысячу... следующий, смотри. Следующий Bubble Glider 1600 нектара стоит. Поэтому не зря я все это собираю. Очень не зря. Вон туда теперь. О, блин. Как это я туда на книжку не забрался? Как это я пропустил вообще это место? Сейчас спустимся. Так, давай мы вот тут спрыгнем сейчас. Чего вы тут делаете? Папа, как думаешь, дядя в музее научит меня читать? Книги? Невозможно, солнышко. Эрмитаж знает значение кое-каких знаков лишь потому, что ему вдолбили в голову. А еще он чудаковат. А что Розетта? Не хочу тебя расстраивать, но, похоже, она немного занята. Пытается расшифровать символы на приборе Теслы и Эдисона. А что, если слова в книжках на самом деле живые, и они хотят сказать нам что-то важное? Попробуй, если хочешь, но тебе надо чаще бывать на свежем воздухе. Не хочу, чтобы у тебя случился канцелярит головного мозга. Канцелярит? Это от слова канцелярия, типа? А, значит, забираем вот эту штуку. А, погоди, нос надо притащить. Понял. И только потом мы сможем забрать все остальное. Ладно, покачусь. Прокачусь по шелковой ниточке тогда. И вот по этой шелковой ниточке тоже прокачусь. А в обратную сторону можно? Можно. Теперь в обраточку. Слушай, вон там вот на плафончике есть нектар. Я думаю, что мы тогда доберемся при помощи двери. По двери надо будет пробежать и потом прыгнуть на лампу. Да. Тактика такая, по крайней мере. Сейчас мы попробуем ее применить в действии. Значит так, нам нужно теперь подняться по веревочке. И мы будем... Ага, точно, по двери можно. Можно. Отлично. Значит, этим и воспользуемся. А носа-то мы еще не нашли. Где же у нас нос? От нашей статуи. А вон он лежит где. Так, подожди, а мы здесь все... Во! Собрали. Ну и получается, что нектаринчик... Какой нектар? Нектаринчик, блин. Пыльцу! Нектаринчик. Походу, нектаров захотелось. Здесь все собрали. Прыгаем туда, туда. Ну, вначале с носом разберемся. И почитаем, что за подсказка у нас тут. Нажмите, чтобы включить-выключить режим дополненной реальности. Ну, короче, дополненная реальность нам должна показывать квесты, которые мы не сделали. Вот, например, стоит наш старейшина, он ждет, когда мы возьмем знамя. А еще можно вроде бы как по педалям пианино попрыгать, чтобы что-то там открыть, видимо. Оно как-то странно светится. И, в принципе, все, тут больше ничего такого-то и нету. Берем, короче, нос и потащили, ребят. Потащили прямо вот сюда. Тут и клей есть даже. Ничего себе. Как запашок вернуть сфинксу в Санкт-Ари его нос. Прикольно. Мы получили за это огромную кучу пыльцы. Возвращаемся наверх, чтобы прыгнуть на дверь и пробежаться по ней. Вот сейчас и проверим наш план в действии. Так. Да, получилось. Шикарно. А тут больше ничего такого интересного нет наверху? Там, может быть, на жалюзи или на шторах? Нет, вроде ничего такого. Собираем, значит, вот это и полетели к пианино. Так. И что с этими педальками делать? Давайте. А, просто нажать и все. Ну и осталось письмо отнести. А это же здание, оно не только как храм, скорее всего, как музей. Мы же там подобрали и медальки, и прочее.
Ну-ка, ты мне что-нибудь расскажешь, нет? Лютер, мы долго строили этот храм, но... Ну, это, короче, просто храм, это не музей. О! Что я сделал? Я все свечки зажег? И мне дают... Да, свет свечей, зажечь все свечки. Ай да, молодец. Сейчас будем забирать эту штуку. Бежим наверх забирать пыльцу. А вот она и наша пылиночка. Пыльчиночка. И как раз мы подошли к почте. О, там наверху тоже есть. Держите. Короче, 100 пыльцы мне осталось. Первый класс, отправить все письма в одной комнате. Так. Чуть-чуть пыльцы мне осталось до 1600. Слушай, прям вот... Вот где-то я что-то еще не дособирал. По всей видимости. 1564. Ну что ж, я думаю, что нам этого достаточно. Я не буду прям все тут досконально зачищать. Пойдем забирать знамя. Я пришел за знаменем. Можно, да? Можно я его возьму? Адиос, жучки. Мы пошли в другую комнату. Или не в другую. Куда мы идем? Стрелочки указывают нам бежать сюда. Как у вас дела тут, ребят? А, погоди, они повернули, блин. Вон куда они бегут. Через вентиляционную шахту. Открывай. Молодец, Майлдай. Впечатляет. Давай пройдем в тоннель, ведущий в Хризаль. И без дальнейших церемоний установим эту деталь. Да я только за, пошли. А знамя влезет? А мы его кинули. Это ценная реликвия, которую просто кинули. Поздравляю, Майло Дейн. А вот и знамя. Кстати, я понимаю, почему они ее кинули. Потому что они не могут перейти в другую комнату. Они с нами же не пошли. А знамя закинули. Мы установили новую деталь механизма великого Ардвина. Кстати, я знаю, кто мог бы помочь нам в поисках. Мой старый друг Секера, Нектаровар. Ага, Майло Дейн, вот и ты. Только сейчас обратил внимание, что у него на голове шляпа из пробки вина. Ах ты, нектаровар, я тебя раскусил, ты не нектар варишь. Ридми рассказал мне, что ты используешь мыльные пузыри, чтобы дальше прыгать, так ведь? Во время дистилляции я собираю мыльные пузыри с пены. Обычно я их не использую, но на этот раз я оставил кое-что для тебя. Надеюсь, этот подарок тебе понравится. Еще один пузырь, спасибо. Когда ты будешь приносить достаточно пыльцы для нового винтажа, я буду давать тебе мыло. То есть не мыло, а пузырь, ты, наверное, хотел сказать. Bubble Glider, теперь у меня их 3 штуки. Когда ты сюда пришел, бачок в твоем костюме был пуст. Но с помощью пузырей тебе удастся его накопить. Если все пойдет по плану, ты сможешь прыгать еще дальше. Большая воронка на перевале Чудачи, в самом центре территории богомолов. Вернемся в Санкт-Ар, оттуда можно попасть в Чудачью. Да нет проблем. Поехали. И только знаешь, что в музей я хотел зайти? В музей. Как это? Где? Что это? Маха мне что-то тут бзыкает. Я Маха. Быстрее шершня в доме не найти. Раньше участвовал в гонках под Проворска за черную команду. Мне надоело сидеть внутри машины, поэтому я придумала новый вид спорта. Жук-гонки. Правила простые. Начинаешь с линии старта, затем едешь сквозь бабл-стрелки, пока не достигнешь финиша. Похоже, умение тебе не занимать. Скорость отличная, но не хватает аэродинамики. Я ищу того, кто помог бы очистить трассу и протестировать ее. Хочу разместить трассу в каждой комнате и проводить соревнования. Большую гонку организую я, а малую... Организует спринт. Это я, кстати. Второй по скорости шершень в доме. Твоим услугам.
Приходи и тренируйся в малых гонках. Если постараешься, то сможешь выиграть в малых и больших гонках медали и наряды. Чтобы получить их, поговори с дизайнером Легерфельдом здесь, в Хризале. Нифига себе. Так, музей. Он на втором этаже. Поехали туда. Насчет нарядов, да? Он сказал, что тут еще и наряд. А, вот кто наряды там будет делать, походу. Третий шершень. Они сразу в музей отправляются, все эти монетки. Ты мне ничего дать не хочешь за монеты? Я тщательно проверил то, что ты принес, и рад сообщить, что состояние идеально. Если ты хочешь больше узнать об экспонатах в музее, подойди ближе, и я все тебе расскажу. Нет, не хочу. Мне это не так интересно. Вернемся к шершням. Вот, ты можешь мне наряды, видимо, дать. Эгидиане ничего не смыслят в моде. Этот наряд устарел и не подходит под сезон. Приходи, когда заработаешь 2 золотые медали. Угу. Ну что ж, давай попробуем покататься, погоняться. То есть, по идее, мы сейчас выходим обратно в Санкт-Ар, и там должна быть трасса гоночная. И через Санкт-Ар мы сможем попасть в другую комнату. Что ж, сейчас попробуем. По крайней мере, я хочу сейчас вернуться, погонять. Только владельцы древнего талисмана могут беспрепятственно пройти по этому пути. Чудачью. Богомолы очень серьезно подходят к вопросам безопасности. Не переживай, пока ты помогал щитникам, я без дела не сидел. Вот специально для тебя. Какой-то чип дал? Чип для кошачьей дверцы. Вон оно что. Теперь все понятно, все сложилось. Племя богомолов не всегда проявляет гостеприимство. Добыть большую воронку на перевале Чудачи будет нелегкая задача. Последний раз ее видели у богомолихи по имени Полоумия. Мы всегда можем постараться договориться. Ну и имя у нее Полоумия. Что-то как-то... Самое классное, что мои тайникины ждут. И когда я вернулся сюда, они сразу же ко мне прибежали. А где трасса? Вот что меня интересует. Где же здесь трасса? Наконец-то добрались. Мыльные пузыри они используют для этого всего. Прикольно. Ну что, я в принципе готов. Кажется, можно начинать малую гонку Санкт-Ара. Надеюсь, ты готов ко всему. Осторожно. Не раздави щитника, а то мама разозлится. Хорошо. Хоть мои гонки и короткие, все же придется постараться, чтобы получить медаль. Вперед! Сперва убедись, что устранили все препятствия и разблокировали трассу для гонки. Да, я даже проверить не буду, хочу начать сразу. Вперед! Надо за 28 секунд управиться. Оу! Это было больно. Юху! Черт. Это мыло катится не так, как я хочу. А куда дальше нам? Черт, я по времени уже не успеваю, походу. Финиш! Серебро получил. Блин. А мне нужно 2 золотых, чтобы какой-то наряд получить. Отлично, ты заработал серебряную медаль. Спасибо, конечно, но я хочу попробовать на золото. Все малые гонки пройдены. Пора испытать тебя в больших гонках. Если интересно, можешь пообщаться с Махой. Чуть попозже. Я хочу повторить попытку. У меня есть одна идейка, как ускорить свое время. Вот сюда надо было попасть. Во! Черт. Короче, вот тут замедляюсь, я не так как-то прыгаю. 25. 26. Еее, золото! Все получилось. Новый рекорд! Поздравляю, ты выиграл золотую медаль. Красава. Спасибо. Ну что ж, на этой золотой медали мы сегодня и остановимся. В следующий раз мы начнем с гонки с Махой и потом направимся к богомолам, чтобы выпросить у них новую реликвию.
А на сегодня это все. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение и историю с богомолами, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующей серии, на которой мы с тобой и увидимся. Так что до встречи!